Цветы и овации, слова благодарности и признательности – все это предназначено им, участникам регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2018». Почетное звание лучшего педагога области оспаривали 28 преподавателей из 26 муниципалитетов. Я хочу поблагодарить вас, всех учителей, которые сегодня находятся в этом зале, участников конкурса, в первую очередь за то, что вы приняли решение и участвуете в этом конкурсе. Мы понимаем, что выполнить те поручения, те задачи, которые поставил президент Российской Федерации в своем послании Федеральному собранию, о прорыве в экономике, в развитии нашего государства в последующие годы без образования просто невозможно. И, конечно, образование начинается со школы. Учитель – это тот человек, от которого зависит будущее нашей Родины. И наши дети, получая образование и воспитание, благодаря профессиональным, очень грамотным и хорошо подготовленным педагогам, получают путевку в жизни. Я хочу поблагодарить всех учителей за их нелегкий труд. И, наверное, мои коллеги меня поддержат. Образование – это самое важное направление в деятельности органов местного самоуправления. И мы всегда делали и будем делать то, чтобы наши учителя были самыми лучшими, самыми высоко квалифицированными. После заочного этапа в финал вышли 10 участников. В трехдневном очном туре конкурсанты провели мастер-классы, дали открытые уроки для незнакомой аудитории и поучаствовали в педсовете. Жюри оценивало не только методическую подготовку педагогов, но и их человеческие качества, умение ориентироваться и принимать решения в нестандартных ситуациях. В этом году, как никогда, поражает смелость участников. Независимо от возраста учителя, они были бойцы. Они отстаивали свое мнение. Они убеждали разными способами жюри в правоте своих позиций. Интриговали, мотивировали как детей, так и членов жюри. Все финалисты были отмечены дипломами в различных номинациях, а учителем года Пензенской области 2018 стала педагог Зареченского лицея номер 230. Дипломом победителя конкурса и денежным вознаграждением в размере 100 тысяч рублей награждается Петрунина Надежда Николаевна! Я не могла не победить. Имея за спиной такую крепкую команду, такую поддержку коллег и такую веру в своих детей, в то, что я буду лучшей, я не имела права проиграть. Большое спасибо и нашему городу Заречному, который так много делает для образования, и Пензенской области. Я понимаю, что у нас в Пензенской области педагог, это звучит гордо. Теперь преподаватель математики Надежда Петрунина представит наш регион на Всероссийском конкурсе «Учитель года-2018». Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».